скажи, что... Познакомились мы, она меня позвала на за рекламу. Губы сделать, по-моему. Губы. Нет, ты сказала, ты нижние то есть хотела, а потом, короче, мы решили это сделать, то сделать. Короче, пошло-поехало. Да, короче, да. Увиделись, позвала на меня за рекламу через Инстаграм, и все. Как будто знаем друг друга 100 лет. Покажи ее. Показать ее нельзя сейчас. Кого показать? Кого? Ребенком или хан? Кого показать? Я не поняла. Мы просто нашли друг друга. Мне говорят, покажи ее, но я не поняла. Делала пластическую операцию на грудь. Нет, я, короче, поменяла решение, потому что мне будет тяжело это носить, я не могу. Ты послушала свою старшую сестренку? Послушала ханум, сказала, не делай, пока не просто родишь. На эту мумру просто покажи, на эту мумру, что она делает с духами. Я показала ее. Ужас! Ужас! Вот тебе нужны они? Смотри на нее, ведьма. А, показать тебя просит. Ханишка, ну не вот делай. Вот она. Что она делает? Ханишка спит? Нет, не спит, вот она. Сейчас она ляжет спать. Смотри, что она делает. Покажи свою косметику. Кидай, смотри. Покажи свою косметику. Косметики я сейчас не возьму с собой. Агон чакрама. Мне пойду. Чакрама агон. Косметику я не могу показать, потому что я не забрала ее с собой. Серьезная дамочка, говорят. Разыскивается. Да, после родов. После родов, наверное, лучше, потому что грудь же обвисает. Скажи, сейчас ханум выложит по 1000 рублей все платье. Что выложишь? По 1000 рублей все платье, да. Дайте ребенку игрушки. Не хочет она игрушки. Она с духами любит играться. Ханишка. Короче, ей похуй. Вообще. Она, у нее свое мнение. Давай. Серьезно, пусть выложить. Да, она выложит. Когда выложишь? Когда ребенок уснет, она выложит. Понятно, что не спишь. А? Сам почитай. Так, у меня сядет телефон. Сейчас надо достать орех. Подождите, так. Чё не спишь? А, не хочется. Ладно, тащи везде. Так. Играется. Все хорошо. Мама. Так. У тебя привет от Зулия. Блин. Это сложно одной рукой. Приветики всем. Задавайте вопросы какие-нибудь. Даша Колдунова. А, привет. Да, это моя подруга. Даша. Это хорошо. А это может одновременно заряжать и... Не знаю. И мое... Ну, он там есть. Есть? Спокойно можешь поставить. А, ну есть чуть-чуть. Ведьма маленькая. Кидай. Извините, пожалуйста. Я не прочитала правильно. Все, идем, мама. Нет, нету парня. Ваня, сделай пока. Что? А, где? Подышу. Ой, тетя. Спокойной ночи. Когда видела последний раз своего крестника? Я видела его 2-3 дня назад. Да, 2-3 дня назад мы увидели с Алёнкой, с Богдашей. Я ездила на шоу
в городские. И туда я их увидела. Мы скоро с ней увидимся еще раз. Привет, почему ты как красавица без парня? Видите? Не знаю. А, ну вот. Капец. Надо еще кушать приготовить. Спрашивают, почему у меня нет парня. Я сама не знаю. Ой, я хотела бы, чтобы у меня был хороший парень. Ой. Когда ты приехал в Дагестан? В пятницу? Запах что за? Не знаю, что там напшикали в пакете. Сюда, по-моему. Вот сюда. Да. Не похоже? Так и не посадили, норма. Я вас жду на днях, это Марат пишет. Марат, уже сам приезжай. Завтра у нас свои дела в салоне. Вот в салоне приезжай, да, завтра. Да, лучше в салон приезжай, я тебе и чай, и кофе налью. Завтра буду делать тебе маникюр. Что будет делать завтра? Завтра будет коррекция у тебя ногтей и с волосами там. Что и с волосами что-то придумали. Вот там, если добавиться хочешь. Куда пошла? Почему молчишь? Ты мусульманка? Нет. Почему молчишь про человек года? А что про человек года? Я не увидела просто вопрос. От Ульяны привет. Вкусно? Вкусно? Как найти твою подругу тут? Хан косметолог. Хан нижнее подчеркивание косметолог. Я ее 1200 раз отвечала. 1253 раза. А у тебя много косметики или не очень? Да нет, я вообще-то косметики почти не пользуюсь. Пользуюсь? Нет. Нет. Там только если тон какой-то. Все. И то очень редко. Сейчас завтра карбоновый пилинг делаем, вообще не будешь ничего делать. Ой, это что делала? Карбоновый. Ну это что делает? Для чего делает? Сияние будет на лице. У меня будет сияние завтра на лице. Карбоновый, УЗИ и фарфоровый. УЗИ? Ну это вот после карбонового чуть-чуть. Короче, фарфоровые куклы или как называется? Короче, ты моя, доверься мне. Я могу вот так сделать, если вдруг скажешь. Ага. У меня мало косметики, я же много раз выкладывала. У меня тональка Виши, самая любимая. Ну и что там у меня еще? Фиг знает, я уже стала мало краситься. Мне 21, скоро будет 22, 17 ноября. Не хочу. Я тоже хочу. Сколько все это стоит? Сколько все это стоит? Так. Карбон. УЗИ, чистка и фарфорка 3500. УЗИ, фарфорка... Три 500 стоит это. Не делай, мамина, ну пожалуйста. У меня нет ТикТок. Кстати, думала зарегистрироваться. Не знаю, стоит, не стоит. Может, зарегистрируюсь? Кстати, знаешь, надо сделать это аккаунт в ТикТоке. Что ТикТок? Я тебе расскажу потом. Ну, это как новая платформа просто. Не то же делаешь? Ну, у меня нет самой. У тебя самой не знаю, что такое. Какой у тебя рост? У меня 170 рост. А ты болеешь, как убитая, когда идут месячные? Мне вот это я не знаю. Это рассказывать, но... Да. Вообще, у всех по-разному. У меня тоже... ПМС тяжелый. Я в шоке. Нафиг это ТикТок, говорит Марат. Почему? Какие месячные вопросы? Да, такие странные вопросы. Каждому же по-разному. Она с тебя заразилась. Посмотри на них, она есть. Да, хлебцы. Я заразила Хань, короче, подсадила на хлебцы. И ребенка тоже. Она прям ест хорошо. Да. Моя, тебе нужно? Почему ты не хочешь на дом 2? Потому что нервы очень свои, нравится. Здоровье свое не хочу я портить. Мне так хорошо. Ты с Аленой видишься? Я да, вижу с Аленой. Я же только что сказала, что я видела с ней недавно.
тебе надо в ТикТоке видосы снимать, потому что ты часто поешь. Ты надолго в Махачкале? Блин, можно было бы твою песню как-то, знаешь, вот выложить, что? Я могу ее выложить, надо только с Аленой там что-то договориться, мы с ней увидимся, ну, на этой неделе. Ты выкладываешь же новую песню там с фоткой, там, в сторисе, чтобы слушать? Да, нет, это там. Или ВКонтакте? Потом. Это надо зарегистрировать, да? Потом. Мань, мама. Все. Так. Я до А я же тебе еще ни разу не пела. Завтра у Баришки на день рождения споешь. Куда я спою? В караоке? Да, давай. Я очень люблю петь. Кому-то пощадьте, Вот она. Кому-то пощадьте, Ой, посмотри на нее, как танцует. Кому-то пощадьте, Ханечка, шкибри па-па-па. Шкибри па-па-па-па-па. Вы, шкибри па-па-па. Так, я помню твой первый приход. Да, было смешно. Это было очень смешно, как я пела. Это вообще. Это вообще. Ты знаешь, что я на свой приход я пела? Я пела, это вообще, я не знаю, как меня заставили это сделать. Офигеть, я не видела. Я курю, да. Тебе Габрозов нравился? Это было 100 лет назад, я даже сама не помню. Не бросила курить. Не ссорьтесь, Карина, ты больная. Не ссорьтесь, все нормально. Я посыпь его, что ли, ешь, Ханечка? Дай маме. Знаешь, что мне написал какой-то? Я бы с тебя неделю не слез. Заблокируй его, дебил. Такие конченые, клюнь. Сейчас. Нельзя нормально общаться. Все, его удалила. Если себе это оставь, что ты всем говоришь? Подруга немножко. Смотри на фотку и... Ой, я не могу. Ответила, что я до вторника в Махачкале. Я так хотела увидеться, ждала, теперь я не в Махачкале. Я не бросила курить, я говорила, что мне не было плохо, и что был период, в который я не могла курить, потому что мне тошнило, а я не бросила. Просто почти не курила. По одну сигарету, две в день. И все. Короче, я поняла вас. Я зарегистрируюсь в ТикТоке. А это что? Я не знаю, короче, подумаю. Зарегистрироваться, не зарегистрироваться. Блин, я так устала. Алена с Ромой. Ну, короче, Алена... Я думаю, что они скоро расстанутся. Я так поняла. Потому что, по моему мнению, он скучный, неинтересный. И это не то, что она ищет. И на фоне с Ебаровым, ну, он вообще неинтересный. Это не ее типаж мужчины. Поэтому я думаю, что они расстанутся. Он, наверное, очень хороший парень. Я его не знаю лично, но такой. Когда у меня день рождения 17 ноября. С Москвы еще так хотела увидеть тебя, хотя бы ненадолго. Ну, вот так вот получилось. По наследству оставила ей что? Она такая страшная. Как она вообще? Он такой страшный. Ну, я не знаю, я не по внешним факторам сужу. Я сужу просто, по какой он человек. Ну, он просто очень не эмоциональный вообще. Она эмоциональная, как я. Ей хочется, как сказать, более такие жесткие эмоции.
Не хотите в Махачкале остаться жить? Нет. Нет. Спасибо большое. Ивана, ты достойна хорошего и заботливого парня. Да мы все достойны. Так и где они? Нет, я верю, что есть. На самом деле. Я верю, что есть такие парни. Но не пришло время. Счастья тебе и здоровья вам тоже. Спасибо. Как думаешь, они больше не смогут Сибаровым быть? Я думаю, что они не смогут быть Сибаровым. Ни Рома, ни Ибаров. Аленка, наверное... Я вот надеюсь, что у нее будет все-таки за периметром нормальный мужчина, парень. Пока она на доме 2, думаю я, что никто у нее не появится. Это мое мнение. И она его знает. Кыргызстан. Я не знаю, правильно ли сказала. Привет. Почему мне не отвечаешь? Я просто не увидела. Мне очень приятно, что ты на все мои вопросы отвечаешь. Я просто, если слишком быстро идут, пожалуйста, и не вижу некоторые, я поэтому не отвечаю. Так стараюсь на все вопросы ответить. У косметолога какие процедуры по уходу за лицом делаешь? Да никакие. Вот завтра будет делать первый раз карбоновый пилинг. И там что-то еще я даже забыла. Вот завтра же сниму сторис. Завтра увидите там. Идем к нам в гости, я живу в Махачкале, спасибо большое, но это, наверное, неприемлемо будет. Я же к своей подруге приехала. Да, я потом расскажу, завтра расскажу вам то, что буду делать. Я, кстати, делала это в первый раз, как называется, электроэпиляция. Смотрите, тут у меня красное немного. Вот так маленькие волосики, которые были здесь удалены. Ботокс не делала. У меня лоб немного отекший. Из-за этой, из-за эпиляции. Ты похудела с лица. Не только лицо. Мне все говорят, что я похудела. Я не знаю на самом деле. В каком городе живешь? В Москве? В Москве я живу. Я еще недолго. Да это джинсовая куртка, она такая легкая. Я еще просто не переоделась. Мы зашли, а устала. Решила снять сторис. И вот так вот не было времени переодеться. У тебя идеальная кожа, гладкая. Да, вот поэтому. Это генетически, наверное, потому что я никогда не делала ничего с лицом. У меня очень хорошая кожа. Ты одна в Москве не живешь? Я живу одна уже, да. Раньше жила с подругой, сейчас одна. Ты снимаешь? Так. Стефи Стефану псенук флетешкуип. I don't understand you. I speak English, but not... What's your language? I don't understand. Расскажи, как ты питаешься. Вот честно вам сказать, я не знаю, каждый день по-разному. Есть дни, в которые я могу не есть весь день и, но, и вечером поесть. Есть дни, в которые я могу есть каждые 2 часа. Поэтому у меня нет такой режим какой-то или что-то специальное, чтобы есть. Снимаю квартиру в Москве. Когда в Москву приедешь, чем будешь заниматься? Как и всегда, я же учусь. А сколько килограмм у тебя? Не знаю, кстати, я вообще давно не взвешивалась. Я вообще не знаю. Спасибо, что у меня идеальная кожа. Албения! Hi! You're so beautiful. Thank you so much.
Значит, по настроению. Да, в общем, да. По настроению. Вот сегодня я почти не ела. А есть дни, в которые я ем только сладкое. Вообще не знаю, как. Просто что я хочу, то и так и ем. Вообще забила на режиме, на это все. У меня 10-й айфон. Учусь я на журналиста. В Рудене. Очкой. Очкой. Вот поэтому. Ой, там она еще орёт. Она мне говорит, тебе надо ребенка. Моя подруга. Я говорю, вряд ли. Я не смотрела план Б сегодня. Ну, просто Бузова мне не самая любимая ведущая, поэтому мне особо не интересно. Хорошая профессия, умничка, спасибо. Мне, я хочу в телевидении, я не хочу быть журналистом. Я хочу быть ведущей. Ведущей развлекательного телеканала. Вот так вот. Удачи во всем. Спасибо большое, спасибо. Мне Рома Гриценко давно не нравится. И раньше тоже не нравился. Просто был самый лучший вариант на проекте, наверное. Для меня. Не надо замуж сначала. Да, в принципе, ребенка там, замуж, конечно, там, и парня же должен быть. Где красиво, в Махачкале или в Москве? Ну, тут, смотрите, тут такая атмосфера своеобразная. Тут люди очень гостеприимные. Не как в Москве. А так я бы жила в... Ну, в Москве мне больше нравится. Где красивый? Фу, он мерзкий, если честно. Кто? Кто мерзкий? А, Гриценко, да. Знаете, что я хочу? Сейчас хочу быть в Болгарии. Обниматься с каким-нибудь... Ой, не с каким-нибудь, а с парнем, который у меня будет. Вот это хочу. Сейчас у меня какой-то романтический период. Но это пройдет. Зачем вы приехали в Махачкалу? Потому что моя подруга меня позвала в гости. Ты очаровательная, спасибо. Ивана, улыбнись-ка. Это такая уродливая улыбка была. Добрый вечер. Добрый вечер. В Москве, а обратно вторник. Скажите мне хороший фильм посмотреть, мне, пока она ребенка укладывает. Какой фильм хороший? Комедия, только комедия, ничего там, эти ужастики мне не надо. Что-нибудь такое. Ивана, ты была на концерте Энрике Иглесиаса? Да, вы знаете, это была моя любовь с самого детства. Я до сих пор в нем и влюблена. Я вот честно, я бы за него вышла вот хоть завтра. И родила бы от него дети. И все. Я его обожаю. Энрике Иглесиас, one love. Поэтому ты хорошая, на тебя смотрит, а? Смотришь турецкий сериал? Нет, когда была в Болгарии, бабушка включала телевизор, когда я к ней... Чё? Ты стучишь, что ли? Смотрела... Не хотя. Дом 2 посмотри. Ой, нет, я не даю никому, кто рядом со мной, смотреть Дом 2.
Я всем говорю, выключайте этот нафиг. А, вот хан, я не даю. Вчера я уснула, и она включила дом 2. Я проснулась, начал на нее наезжать, выключить. И все. А, нет, в ближайшее время я не буду в Махачкале. Не знаю, когда будет следующий раз. Но это точно будет не скоро, потому что я сейчас возвращаюсь в Москве. Потом я полечу в Болгарию, потом много чего, короче. У меня график. Американский пирог. Я его смотрела. Вы что, я смотрела его? Сколько у тебя лет? Лет 21 у меня. Вы были, что ли, на Дом 2? Не могу понять. Я была, да. Я не знаю, я просто... Мне неинтересно, меня реально раздражает. Раздражает просто. Я не могу на это слушать. Я никогда не смотрела Дом 2. Никогда, чтобы вы понимали. Даже до моего прихода на проекте, когда я была на нем, не смотрела, и после. Не могу это смотреть. Наверное, потому что я бы это жила. Я не могу смотреть. И что самое интересное, на протяжении жизни меняются кумиры, вкусы. Да. А почему такой негатив? Не негатив, просто я не могу это смотреть. Мне неинтересно. И то, что мне неинтересно, меня раздражает, если мне не надо это смотреть. В спорте только девушки раз 10 смотрела. Обалденный фильм. В спорте только девушки. Хорошо, посмотрю. Чат рулетки, я не знаю, что это такое. Сколько ты на доме была? 6 месяца, полгода. Ты хочешь быть моя девочка? Нет. Я не люблю такие самоуверенные, на самом деле. Я очень добрая, но вот такое я не люблю. Могу быть. И не очень добрые. Я болгарка по нации. Откуда я знаю Махачкалу? Ну, это же... Я же не должна быть дагестанка, чтобы знать Махачкалу. Пожалуйста, если задаете какие-то вопросы, которые там продолжаете задавать, пишите полные предложения, потому что так мне надо возвращаться и смотреть, что вы хотели сказать. Я так не понимаю, сколько времени, чего. А я с самого начала смотрю Дом 2. Малышка уже уснула. Пытается уснуть. Да. Я пытаюсь не разговаривать громко. Сколько времени у тебя сейчас? Ну, как у всех, наверное. 11:30. Да. Все, последние вопросики отвечаю и перекрашаю эфир. Кто мне звонит? Можешь остановиться, блин? Я не понимаю, почему люди звонят вот так вот. Я до вторника сказала, что я в Махачкале. До вторника, вторник вечером уезжаю. И помню ваши отношения с Кудряшовым и Габозом. Кудряшов, ой, это было... Стоит. Ладно, Габозов, а Кудряшов? Он же ебанутый. Это пиздец. Пиздец. Тебе больше идет черный цвет волос. Я не соглашусь. Мне не нравится. Вот такой вот.
Да, я же с Кудряшовым с самого-самого начала была. Да, это был пиздец. Короче, не знаю, что на меня нашло тогда. Мне показался нормальный парень. Спокойной ночи вам тоже. Нет, у меня подруги, друзья здесь. Да, он мерзкий, я не знаю, как могла на него посмотреть. Хорошо, что я сразу... Я, короче, я помню, у меня был один эфир. Мне скинули, что я отошла и сказала, ты мне не нужной. И бросила Кудряшова. Ты мне не нужной. Это так смешно разговаривала. Сколько с Кудряшовым было, я не знаю, мало, 2 недели где-то. Я не помню даже, 2 недели мало было. Спасибо большое. Ой, блин, вот этот дебил, который пишет, что ты хочешь, иди нахуй. Сейчас заблокирую тебя. Все. Лекано, что ты си красотка. Лекано, что? Нет, не заселялась. Ни с Кудряшовым не заселялась. Все, мои хорошие, я заканчиваю эфир. А то я уже такая подуставшая. Еле рот открываю отвечать на вопросы. Ой, свой ужасный маникюр показала. Всех люблю, обнимаю. Хорошего всем вечера. Сладких снов.